на переговорах, которые у нас сегодня прошли с двумя банками европейскими. Это Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком по ситуации с строительством третьей линии метрополитена, закупкой подвижного состава на третью линию. И на сегодняшний день мы ведем переговоры с тем, чтобы в конце 2015 года получить кредитные ресурсы для этих работ. Пока у нас динамика с ними положительная.